הייתי רוצה לדבר קצת היום על היחסים בין הבורא לנברא. Я хочу поговорить сегодня немного о отношениях Творца и творения. И мы все знаем, что мы создание какого-то Творца. И у этого Творца есть какие-то планы от нас, для нас, и Он хочет, что ожидает от нас, что мы будем участвовать в каких-то делах. И Он дал нам книгу указаний. И, в общем, все выглядит довольно просто. Но когда мы живем своей жизнью, мы сталкиваемся с разными проблемами. Может быть, это проблемы в семье. Может быть, финансовые проблемы, все с ними знакомы. Может быть, врачебные проблемы. Или проблемы принятия решений. И все 100%, которые здесь присутствуют, я уверен, что какая-нибудь проблема вам хорошо известна. Но при том, что в нашей жизни у нас есть проблемы, никто не снимал с нас ответственность в том, чтобы служить Ему и участвовать в Его, в реализации Его плана, потому что у Него есть планы для нас. И проблемка начинается там, где мы пытаемся это соединить. Как соединить наши проблемы и все это, что занимает нас каждый день, с тем, что Он ожидает от нас в соответствии со своими планами. И иногда мы настолько глубоко погрязли в этой жиже, что мы думаем, где ты, Творец наш, вообще во всем этом, вот, то, что видят наши глаза. Тебя не видно, не слышно, мы тут в грязи, мы нуждаемся в помощи, никакого сочувствия. Как я должен верить и надеяться на того, который вот я в плохом положении, он мне не помогает? Да, то есть воззови меня, то есть помоги мне, я буду продолжать тебе служить. И иногда это такое ощущение и наши мысли в связи с этим. И вопрос заключается в том, как же нам заманить Бога в нашу ситуацию, чтобы Он как-то поучаствовал уже. И я поделюсь некоторым опытом из моего личного опыта. И как мы уже сказали, что у всех у нас есть проблемы, я поделюсь с вами той проблемой, которая у меня была на прошлой неделе. Нет, это не моя проблема, это проблема того, кого я знаю хорошо. Один из моих друзей, я давно уже его знаю, он вдруг остановился посреди дороги в своем автомобиле. И прямо вот в это время как раз в него врезалась машина, грузовая машина. И 28-летняя его супруга на месте погибла и вместе с ребенком. И он сейчас находится в реанимации. И последние новости, которые я слышал, что его ситуация ухудшилась. И у них есть еще, остался еще ребенок, дочка, которая тоже ранена, но у нее средней тяжести рана. И это верующая семья все.
И вот начинаются вопросы. Не он задает эти вопросы, он не в состоянии, но у меня рождаются вопросы. Претензии Богу, почему ты допустил это, почему ты не помог ему, почему ты не спас его. И есть сосредоточение на этом действительно ужасном событий. И есть многие верующие, которые в подобных ситуациях, особенно молодежь, которые говорят: слушайте, в кого мы вообще верим? И все сосредотачиваются на том, что болит, и не смотрят на большую картину. Потому что никто не посчитал, сколько людей он спас в тот же самый день. И никто из нас, по большому счету, не понимает в точности, что же там происходит в духовном мире. И мы очень чувствительны к нашим эмоциям. ולפעמים הדבר הכי טוב במצב הנורא הזה. И иногда самое лучшее в таком тяжелом состоянии. להגיד, אני לא מבין שום דבר ממה שקורה. Просто признаться себе, я ничего не понимаю, что происходит. כנראה שככה צריך להיות. Наверное, так оно должно быть, раз он это допустил. זה יכול לקרות לכולנו. Это может случиться с каждым из нас. אז זה מעודד אותנו להתפלל עוד יותר להגנה ושמירה והבנה. И это должно подвинуть нас еще больше молиться за нашу защиту и сохранность. Но по большому счету принцип такой, что то, что с нами случается хорошего, доброго, и то, что с нами случается злого, это все не должно влиять на наши отношения с Богом. И если мы почитаем из книги Иов, первая глава, с 20 стиха и до 21, мы все знаем этот рассказ. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Ну, мы все знаем эту историю Иова, и как Иов, как человек вообще в таком положении, в таком состоянии, он может вообще произносить такие слова? Он что, у него крыша поехала? Мы-то знаем, мы дочитали до конца книги, мы знаем, что кончилось все замечательно, но он-то знал ли, чем все закончится? И он говорит слова, которые противоречат всякой логике, и очень сильные слова. И я, конечно, не хочу сравнивать одно с другим, но когда я был 10-летним, у меня родилась сестра. И примерно через 2-2,5 недели она умерла, потому что она родилась с проблемами. Я в 10-летнем возрасте не большой хохмолог. Но когда мы делали поминки, то моя мама произнесла вот эти самые слова. И я подумал, ну это же вообще сумасшествие, вообще в такой ситуации говорить такие слова. Как будто бы Бог дал тебе пощечины со всей своей силы, какая только есть. А ты ему говоришь: спасибо, Господи, так оно и должно быть.
Так вот, после этой ситуации, которая неделю назад произошла, я посмотрел на свои проблемы, которые у меня сейчас есть, у меня, мои проблемы, и я понял, что это все ерунда в сравнении с тем, что переживает этот человек, который в реанимации. Это действительно просто ничто. Единственное, что мне после всего осталось, и то, что подвигло меня, это бежать к Богу и молиться со всей своей силы. Но как же все-таки все эти вещи, которые происходят в нашей жизни, они не должны влиять на наши отношения с Богом? Я хочу представить несколько принципов, которые, возможно, помогут нам. И Матфея... какая глава? 6. Матфея, 6 глава. И какой стих? 31-34. С 31 по 34 стих, Матфея, 6 глава. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Это легко прочитать, но очень сложно выполнить. Но здесь есть очень важный принцип. Написано, прежде всего, ищите Царство Небесное. А все остальное, оно будет и в порядке, беседер, как у нас говорят. Но что это такое? Что искать? Что за царство? Я хочу рассказать вам короткую историю. Одна женщина была, и один был царь. И эта женщина была его женой. И она ему надоела. Он говорит, слушай, ты вот как бы уже достигла этой границы, все. Ну, ты ничего плохого не сделала, просто достала меня, вот надоела и все. И он говорит, давай сделаем так, я иду спать, а ты можешь взять все, что, даже самое дорогое в моем царстве, и чтобы просто утром я тебя уже как бы здесь не нашел. И вот так оно получилось. И вот он просыпается с утра. Царь просыпается. И он обнаружил себя вне города. И возле него стоит его жена, от которой он хотел избавиться. И он говорит, ну и что это значит? Она говорит, ты мне сказал самое дорогое забрать, я забрал у тебя. Она не взяла никаких алмазов, никаких драгоценностей, она взяла самое дорогое. Хахама, у меня такая же дома. Это то, что написано здесь. Написано, что ищите прежде царство, все остальное приложено, оно идет в комплекте. Ну и что самое драгоценное, самое большое в царстве? Конечно, царь. Это царь.
לא חשוב שאנחנו קוראים בהתגלות שבשמיים יש אספלט מזהב ויעלומים וכל דבר, זה לא חשוב. И это не важно, что в книге Откровения мы читаем, что там есть полно драгоценностей, улицы мощены золотом, и там драгоценные камни, и все это не имеет значения. כי אם לא נשקיע ביחסים עם המלך, אנחנו לא נגיע לשם. Потому что если мы не будем иметь, не приложимся к тому, чтобы иметь отношение с царем всего этого, это просто не про нас будет. И у каждого из нас есть хотя бы один или два друга. И мы не более или менее их друзья. Наша дружба не зависит от того, насколько они нам больше принесли или меньше. Больше принес, больший друг, мало от тебя досталось, ну так себе. Мы не поступаем так. Если это действительно друг, это просто человек, с которым нам хорошо. Мы можем поделиться с ним тайнами. אולי לאכול סיימצ'קי ולרחל? סיימצ'קי, вот, покушать, полузгать. Да, ולדבר על מישהו, כן? Можем промыть кости кому-нибудь. זה החברים. Это друзья. אז למה כשאנחנו ביחסים עם אלוהים, זה תלוי במה שהוא מביא לנו או לא מביא לנו? Так возникает вопрос, если с нашими земными друзьями мы так, то почему... И наши отношения с Богом должны зависеть от того, насколько Он много мне дал или Он мало дал. И мы говорим, слушай, мне так плохо, почему ты не помогаешь мне? Потому что самое главное, действительно главное, это царь, а не то, что у него есть в карманах. Это икарон мод хашув, это икарон танахи, литракез алав, вело это маше есть ло. И это очень важный принцип, библейский принцип, когда мы ищем того, чтобы сосредоточиться на нем, а не на том, что у него есть. И это иногда требует переключить тумблер в наших мозгах. И так должно быть в нашей молитвенной жизни. И также в тех ситуациях, когда мы не получаем ответ от него, или получаем ответ, но не тот, который нас устраивает. И все-таки, как же мы можем пригласить его в нашу ситуацию? В 11 главе от Матфея, в 12 стихе, двенадцатый и все? Да. 12. Подожди. Слыха. Он же сказал им, кто. Глава 11. Глава 11, Матфея, стих 12. Одни же Иоанна, погружавшего в воде, до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это ключ ко многим дверям. Мы должны приложить усилия. Подобно тому, что говорится сегодня в недельном чтении, принести жертвы. אם זה קורבן של זמן, жертвы ли это времени? והקורבן של זמן בדרך כלל זה קורבן הכי חשוב, כי הוא נותן לנו פתח לשאר הדברים. Вообще говоря, можно сказать, что жертва времени это самая важная жертва, потому что она открывает возможности для всего остального. אנחנו צריכים להביא מאמץ להתקרב למלך ולא מה ששייך למלך. И нам важно приложить усилия приблизиться к царю, а не к тому, чем он обладает. И
И, как правило, когда Бог искушает нас, когда Он проводит через какие-то трудности, как правило, это инструмент, чтобы мы могли служить Ему. Мы должны понять одну вещь. Все, с чем мы сталкиваемся, насколько бы тяжело и ужасно это ни было, это все находится под Его контролем. И нет такого варианта, чтобы это вышло из Его контроля. Даже если мы говорим о случае смерти. И мы очень взрослые, очень мудрые, мы знаем все, но с Богом иногда мы должны вести себя как дети. Так как написано, что надейся на Господа и не делай разум своей опорой. И не полагайся на разум свой. Да. Потому что мы очень ограничены своей человеческой логикой. Но при этом мы не можем знать, завтра вообще утром мы проснемся или нет. А он таки да знает. То есть он знает гораздо больше, чем нам известно, и он намного дальше прозревает. וצריך להכניס אותו למצב הזה שהוא לא יפתור את הבעיה, אלא שהוא יראה מה הוא רוצה להשיג באותה בעיה. И наша главная задача это понять, даже не столько в том, чтобы он убрал проблему, сколько понять, что он хочет, какую цель он ставит перед нами. ולכן חשוב ללמוד עקרונות תנכים שיכולים לעזור לנו. И поэтому очень важно изучать библейские принципы, которые могут в этом нам помочь. И учиться этому и очень крепко держаться за это, потому что просто выучиться недостаточно. Надо, конечно, углубляться настолько, насколько возможно, но некоторые вещи важно просто их держаться в простоте. И есть некоторые принципы, которые я пропущу. Как, например, Римлянам 8 глава, что все содействует верующему ко благу. Но ключевое слово там для любящих его. То есть тот, кто любит его, тот, кто ищет его, все содействует ко благу. Это значит, что даже если я не понимаю, что происходит, но каким-то неведомым мне образом это содействует ко благу. И написано, что Бог учит нас, как отец учит своих детей. И каждое испытание — это урок, и мы должны взять максимум от каждого урока и научиться этому. Никто не обещал, что это будет легко. Но читая пункт первый, то есть сначала нужно приложить усилия. И сейчас мы перепрыгнем послание Якова, 4 глава. Пасук 8-9-10. Якова 4 глава, с 8 по 10 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». אז כתוב להתקרב לאלוהים. Написано приблизьтесь к Богу. איך להתקרב?
Как приблизиться? Катув бемшех. Написано в продолжении этого. Им атем ситим хет, тахзеру бетшува. Если вы согрешили, покайтесь. Тару та лев шелахем, та махшаво, та пнемиот шелахем. Очистите мысли вашего сердца. Им атем авеним шеш лехем бая, шел хет, о шел хосер шалом, катув, титабел ал зе, тие мудаг мизе, шата ло беседер меборе. Если у вас есть проблемы внутренние, если у вас есть грехи, то вы должны понимать, что у вас есть проблема. И проблема действительно начинается там, если мы смиряемся с существующим положением. Ну да, у меня есть проблема, но пусть оно так и будет, как бы. Это вот то состояние неправильное. Яков говорит, что если у вас есть проблема в отношениях с Богом, вы должны приложить максимум и приложить усердие до тех пор, пока эта проблема не будет разрешена. Никогда вы не можете согласиться и примириться с тем, что, ну да, есть грех, но так уж повелось. И 10 стих он говорит, смиритесь пред Господом. То есть он первый, он тот, кто главный, а вы тот, кто подчиняетесь ему. И это очень важные принципы, как вообще мы можем приблизиться к нему. И самый-самый важный факт, то, что Бог принес жертву своего сына Иешуа за нас самым ужасным образом, и он возложил на него все грехи. И что это говорит? Это говорит о том, что мы никак не можем сказать: «Бог, тебе наплевать на меня». Это пренебрежение его жертвы. Ему настолько, ты настолько важен для него, и настолько ему да есть дело до тебя, что он принес самое дорогое, что есть у него. И он всю тяжесть греха и всех глупостей, которые ты делаешь, он возложил на своего собственного сына. До такой степени ему есть дело до тебя. И это должна быть отправная точка. А дальше ты можешь уже делать выводы и говорить дальнейшие слова. Надо быть очень осторожными в том, чтобы произносить глупости пред ним. Такие вещи, как «да, тебе все равно, тебе наплевать, ты не понимаешь». Потому что он есть царь, и он самое главное, что есть в царстве. И мы перейдем к третьей главе пророка Аввакука. Аввакук. Швайсре. 17 глава. 3 глава Аввакука из 17 по 19 стихи. «Хотя бы не расцветала смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Это очень важно. Не важно, что он дает или не дает. Он все еще существует. Он все еще жаждет встречи с тобой. И все еще действует его жертва
жертвой Его Сына, Иешуа. И так что в скобочках все содействует ко благу. Все будет в порядке. И я контролирую ситуацию. Не ставь те дары или подарки, или то, что ты получаешь или не получаешь от меня, как условие для наших отношений. И то есть смысл в том, что даже если у меня ничего нет, даже если я в тяжелом состоянии, я все равно жажду тебя. И надежды, конечно, у меня есть в том, что и при этом все сложные обстоятельства, они будут как-то разрешены. Даже если нам очень тяжело, у нас есть нечто от Него, у нас есть призвание, и нам важно держаться Его призвания. И мы не можем при каждом чихе, при каждой проблеме, которая вскакивает тут и там, бросать наше призвание и кричать «Ой-ой-ой». Потому что мы будем таким образом причинять ущерб царству. Так что Бог будет вынужден найти кого-то другого, чтобы тот сделал эту работу. И на прошлой неделе мы говорили о сосудах, которые для почетного и для непочетного употребления. И в 13 главе Евангелия от Иоанна не надо открывать, надо? 13 глава, какой стих? 26 стих, и там история, как про Иуду, который предал Иешуа. 26 и 27 стихи мы прочитаем. Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба подам, и обмакнув кусок подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана, тогда Иешуа сказал ему: «Что делаешь, делай скорей». Очень интересно. Написано, что тогда, когда он подал ему кусок хлеба, в него, в Иуду Искариота, вошел сатан. Не перед этим. Потому что его план сделать зло был у Иуды до того, как. Но непонятно, что тут происходит. То же самое. Есть инструмент, который призван для того, чтобы делать добро. Иешуа призвал его и избрал его быть своим учеником. И он получил определенное служение, Иуда Искариот, он занимался финансами. Но у него был тяжелый характер. У него было плохое сердце. То, что должно было измениться. У него было достаточно времени для того, чтобы измениться в своем сердце. И мы видим, что, скорее всего, он не изменился, но наоборот, еще ухудшился. Так что он был использован как сосуд для низкого употребления. Из-за его характера Бог использовал его как сосуд, как инструмент для того, чтобы сделать зло.
למשהו נורא. Это для чего-то ужасного. ממש נורא. Действительно ужасного. הוא הביא לו חתיכה של אותו לחם ונכנס בו השטן. Он дал ему кусок хлеба, и это было командой для сатана. וזה מאוד מאוד חשוב לנו ללמוד אם יש לנו דברים בעייתים באופי שלנו. И это очень важно нам научиться тому, есть ли злые какие-то плохие вещи в нашем характере. אני לא רוצה שאלוהים ישתמש בזה תכונת אופי רעה שלי בשביל להציק למישהו שלו. Я не хочу, чтобы однажды Бог использовал вот эти мои качества характера как сосуды для низкого употребления и использовал меня для злого дела. זה, אני לא אומר שעכשיו אני אגרום למוות של מישהו, אבל הוא יכול להשתמש במשהו שרע אצלי, ואני לא משנה, בשביל להציק למישהו מאמין, זה נורא. Это не говорит о том, что он прямо меня сразу пошлет кого-то убивать, но он может сделать так, чтобы что я буду доставлять неприятности кому-то, какому-то другому верующему. Это ужасно. Вместо того, чтобы строить царство, я буду его разрушать. Так что мы должны работать над своими плохими чертами даже тогда, когда у нас есть проблемы. Это очень важно. Совмещать как-то проблемы, которые у нас всегда есть, и то служение, которое Он поручил нам. Мы не можем каждый раз, когда у нас что-то случается, бросать все и вот заниматься только своими проблемами. И я хочу закончить, это у нас тоже 106 или у нас 106 на русском? 106 псалом, я хочу... На иврите 107, у нас 106. Ми 28 ад 31. 28 стиха до 31. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. В конце концов, Он нас приведет туда, куда Он хочет. И написано, что Он приведет нас к желаемой пристани. И тогда мы будем радоваться. Вопрос, где и что есть этот самая желаемая пристань? Это та самая пристань, которую мы себе присмотрели, как мы ее себе представляем, или это то, что Он задумал и то, что Он сам имеет в виду? Написано, что Он производит нас хотение и действие по своему благоволению. И, так что все эти бури, которые мы прошли, пребывая в море, это все есть по пути к Его цели. Но мы должны только понять, что цель, его цель и наша цель, это одно и то же должно быть. И, ну, по большому счету, если считать, то вообще-то Бог существует не для, как бы, не как приложение, которое нам помогает в наших трудностях. Потому что Он есть цель. И поэтому, когда мы полагаем Его как цель, тогда Он создает в нас
хотение правильное и действие правильное. Когда люди на хаймеле это максимум. Чтобы из нашей жизни извлечь максимум. У я говорю такие широнот, вероцион, вовода, яхад и манахносиму токи матара. Он соединяет все и дары, и призвания, и таланты, и желания, все вместе для того, чтобы мы достигли его цели. И так что опять мы вспоминаем, что есть царь, который главный, и он есть цель, а все остальное – это то, что окружает царя. Давайте мы будем размышлять об этом принципе и постараемся каким-то образом соединить его с практикой. Давайте привстанем, будем молиться. Благодарим Тебя, Господь, Царь царей и Отец наш, что мы важны и ценны в глазах Твоих. И также наши проблемы, они также важны в Твоих глазах. И мы благодарим Тебя, и мы свидетельствуем о том, что ничто не ускользает от Твоего взгляда, и все находится под Твоим контролем. Мы надеемся на Тебя, и мы любим Тебя. И это не зависит от того, что происходит в нашей жизни. Потому что все, что есть в нашей жизни, все, что мы проходим, мы верим, что все это будет устроено Тобой. Ты единственный источник нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это. Мы просим Тебя, продолжая вести нас Твоей тропой, взращивай нас и учи нас. И когда мы падаем, помоги нам вставать быстрее. Будь нашей целью и нашей повседневностью. Благодарим Тебя за то, что Ты сейчас слышишь нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.